Ты нашел мой инсулин? Погоди. Ты не мой брат. Это он тебя послал, да? Спасибо. У меня почти ничего нет, но... Вот, возьми это ружье. У меня все равно нет к нему патронов. Ну, а я буду ждать Люка. Откроем-ка эту штуку. Быстрее. Спасибо, этого должно хватить. Кстати, я Майк. Я там тела снаружи в кучу свалил. Пора приступать. Чем раньше ты найдешь то, что мне нужно, тем раньше ты сможешь сесть за руль этой тачки. Ого! Отличная работа! Прекрасно! Дайте мне буквально секунду, и она зарычит. Этим ты спас множество жизней. Может, и Энн тоже выживет. Спасибо тебе. Нельзя было сидеть и ждать. Да, это оно. О, спасибо вам большое. Вот обещанная награда. Спасибо. Я слыхал, это болезнь.
космоса. Что-нибудь дельное? Херовый отпуск, да? Но я помогу вам. Вам нужно оружие, и я вам его сделаю. С кирпичами и бейсбольными битами далеко не уедешь. Поджигайте их! Они отлично горят. Сделайте себе несколько коктейлей Молотова. И сможете сжигать этих говнюков толпами. Принесите мне бутылки. Я смешаю вам коктейли. Конечно. Хорошо. Мне понадобятся пустые бутылки из-под виски. Или водки. Или еще чего. Наверняка их тут можно найти. Так вы хотите... Хорошо. Мне понадобится... Со мной шутки плохи. Thank you.
Всюду кровь. Не дайте жить, не жить! Ей все пропиталось. Столько крови. Яркий свет. Где я? Кажется, я вспоминаю. На меня напала толпа каких-то придурков. Я побежал. Мне удалось запереться здесь, но пришлось убить бармена. Этот охреневший урод хотел меня укусить. Еды у меня не было. А вот бухла хоть отбавляй. Только вот теперь у меня башка раскалывается, и надо бы похмелиться. Не достанете мне немного выпивки? Я-то в долгу не останусь. Почему нет? Ладно, я тут подожду, если вы не против. Ой, даже на ноги встать сил нет. Мне... Ладно, я тут подожду, если вы не против. Ой, даже на ноги... Сил нет.
сдохни уже! Можешь брать тачку, когда захочешь. Так, что тут у нас? Это болезнь из космоса. Нашли воду? Слава Богу! Слава... У меня уже начало мышцы сводить. Мишка, ну где же ты был? Какой нехороший медведь! Скажи спасибо добрым людям!
что тут у нас? Слабо грязно. Мне так жаль, Тим. Мне так жаль. Ты был не в себе. Я не знал, что это... Черт, я сматываюсь отсюда и вам советую. Круче.
подкрепление. Как тебе это понравится, урод? Какой ужас! Эй, как же меня достали эти полудохлые мертвяки, кто бы знал! Я хочу шампанского! Просто обожаю шампанское! Достанете мне немного? Если вы принесете мне шампанского, я отдам все, что у меня есть. Все, что скажете. Да, я тебе помогу. Что, вам понравилось, Светочка? Славно повеселимся. А теперь принесите мне шампанского. Хорошего. Мне нужно шампанское. Эй, не вертись, у меня голова кружится. Я не могу найти ее, а выходить наружу боюсь. Я не могу. Может быть, она вернулась в наше бунгало? Номер 15. Или она еще может быть в дядином бунгало, второй номер в золотом квартале. Пожалуйста, посмотрите, нет ли ее там. Конечно. Спасибо. Вы можете проводить ее в безопасное место? Где мое шампанское? А, я хочу напиться до полной отключки. Макс отправил вас искать меня? Не могу поверить, что эта сука отправила кого-то меня искать. Мир рушится прямо на глазах, и уж в последние часы я свою жену точно не хочу видеть. Слушайте. Возьмите деньги или что угодно. Мне все это больше не нужно. И скажите ей... Скажите ей, что я мертв. Поверьте мне, так будет лучше. Mm-hmm.